Киевской, ученики Киевской средней школы, волонтеры социально-досугового центра «Юность», жители станицы Клецкой и все те, кто неравнодушен к памяти Великой Победы. Бессмертный полк опять в строю участвует в торжественном параде. Портреты победителей несут. Бессмертие представлено в награде. Поблекших снимках разных лет видна война, эпоха лихолетия. Грудь в орденах за множество побед. За мир в стране на многие столетия. По площади идет неровный строй. Их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он будет первый. Вот так и шел на творческие истоки. Такой будет вам советом нашу честь. И смертный память и мистой оставить. Святого фашистов ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю. Нам не забыть о той войне далекой. Вы не щадили в битве жизнь свою и уходили в вечность вы до срока. Yeah.